Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем послании от 5 октября 2018 года отметил необходимость перехода к некоммерческой экономике. В связи с этим в стране реализуется программа «Цифровой Казахстан», которая создает условия для более эффективного развития экономики за счет внедрения цифровых технологий. Безналичной экономике целесообразно не только опираться на инструменты создания, но и использовать механизмы стимулирования. Например, необходимо внедрить в практику поощрения бизнеса, то есть предпринимателей, за использование безналичных расчетов. В этой связи одним из действенных способов оперативного перехода на безналичные платежи является использование мобильной оплаты и разработка соответствующих электронных приложений. В международной практике такой метод применяется в ряде развитых и развивающихся стран. Кроме того, если учесть эпидемию, охватившую мир, то безналичная оплата является одной из самых эффективных решений для нашей страны. Қолма-қол ақшадан қазір мына безналичный расчетқа ауысудың бір жолы. Сейчас идет переход из наличного в безналичный расчет, поэтому это очень быстро развивается. В приложениях банка активно проводятся мобильные операции. Несмотря на это, жители продолжают пользоваться наличными.